Более 1000 детских работ представлены на отчетной выставке «Мы вместе» в столичном дворце детского и юношеского творчества. Все они посвящены столетию чувашской автономии и 75-летию Великой Победы. В выставке приняли участие более 30 детских объединений. Среди работ национальная вышивка и игрушки, папье-маше, флористика, аппликации из бумаги и ткани, коллажи и многое другое. Многие авторы работ продемонстрировали не только творческие способности, но и хорошее знание национальных традиций и культуры. Вот здесь работа в технике киски, это нагрудное чувашское украшение, ручная вышивка. Материал собирается долго, сложно. Вот, смотрите, какого цвета красный лен. Он не яркий, он такого теплого, бордового оттенка. В этом году ко Дворцу детского и юношеского творчества присоединились Центр детского творчества Калининского района и Росток-Ленинского района. Вот почему экспозиция называется «Мы вместе». Ее цель – выявление и поддержка одаренных детей. Выставка проходит в онлайн-формате. Каждый может ознакомиться с публикациями на сайте или в социальных сетях Дворца детского и юношеского творчества. Евгений Романов, Бахтияр Велиев, Республика.